еще против кабала. Свобода есть. Да. Вот я, знаешь, как самое жестко учишься играть, когда вот с сильными игроками играешь, матчап просто вообще идеально учишь. Да. Ну ты что? Ну мне так кажется. Да. Давай постепенно. Главное, чтобы просто все делал чел за персонажа, тогда и будет матчап. Да, быстрее. Батарейка сразу. Сабзира отсековала. А чё не сортирую? А я чё, я Дангас один раз почти один убил. Раз. Вот как раз, а когда три... Дангас тогда просто одной рукой играл. Сколько? 3-7 выковало с Абзира? Кого 3-7? А чё? Стой! Угу. А, ну да, после Каяна нет. Как Тайрон тащил, да? Весь турнир там, столько кабалов. Я даже не знаю, кем сыграть тебе. Sub-Zero. Че это за... Здесь матчап сколько? 1-9? Это контрпик. Ты че? Прямой контрпик кабалу.
Абсолютно не подходит, да? Ну, конечно, а что я с Сагиром не делаю? Круто. В смысле? А, ты в очки. Вообще. Да. Я прям все понимаю сразу. А я без них ничего не вижу. Сальзира кабал. Yeah!
человеке уже потихоньку руки начинают болеть там. Устал, да. Так это интенсивность подала. Саня, прям. Ты же не все видели? А? Уметь! Че, дайте мне поиграть. Поиграйте потом. Кого не дадите поиграть? Стал? Давай мы. Да? Я с Дэном поиграю. Мы сами играем. Ну ладно. Я вот так тяжело на самом деле. Я видел, блин, Саня вообще красава, прям очень круто сыграл. Очень прям, блин, реально. Я себе этот хачамурик уже добавить. Ты кабала делаешь, блин, это вообще. Она не такая близкая. Это далековато.